Всем привет! Сегодня у нас анбоксинг вот этой замечательной собаки. Да ладно, не будем мы Босю. А вот такая у нас сегодня погодка. Первая речка. Лодочная база «Маяк». И Макс. Собственно, Макс будет снимать. Сегодня у нас анбоксинг. Слава, у тебя на футболке, ты читал, что написано? Объебас. Объебас? Китайская футболка. Сегодня объебас. У нас анбоксинг. Посылка пришла с разницей в весе, пришлось. 10 килограмм. Ее там на почте по-быстрому. Тетенька такая интересная была. Ну, вы, говорит, поверьте, откройте, проверьте, говорит, посмотрите, все, не все пришло. У меня ничего не заполнено, я такой, так давай проверим, быстрее ножом шурмыр. Такой, нет, все на месте, заполнил спокойно и... Хук-н-луп. Че, такой же у тебя, да? Такой. Это типа под аптечку какую-нибудь, что-нибудь под что-нибудь. А ну-ка подожди, давай у тебя приклеится она, давай сразу, ты вот не... А у меня не так в машине-то, куда ты пошел? Ну-ка иди сюда. Так, у меня нету таких частей в машине. Как нету? Так это такой автомобиль же у меня. Китайский, это же типа УАЗик. Китайский автопром точно не приклеится никуда. Ну только крыши, Слава. Ну или вот там вот к этим бокам-то. Крыши крепить и все. Так, пришел у нас вот такой Макспедишн. Ух ты. Это, короче, это специально. Мне. Это Тушичу привет. А, вот. Это Тушичу привет. Это под горелку Соту. У которой чехол был не фонтан. То есть она как раз по моим таким каким-то догадкам должна сюда прикольно влезти. Какой-нибудь сюда что-нибудь переходничок. Даже, может быть, кобра какая-нибудь еще войдет. Бла-бла-бла. Да? Классно? Классно. Смотри, что-то походу косяк. Где? Почему так они сшили? Так должно быть. Ну, я не знаю. Косячно у меня такой. Так. Ты все равно не крепишь. Что начнем? Пулково. Ну давай. Это самая такая коробка. Синенькая коробочка. Это самая-самая синенькая коробочка. Нормальная тема. Да, и тут у нас... Да, каюсь, я уже смотрел. Как бы на почте я просто открыл вот так вот. Вот так вот быстренько вот так сделал. У меня Бося убежал. Бося убежал? Беги, лови. Бося. Лови его себе. Мусор. Иди ко мне. Ноги не порезал. Ладно, сейчас я его заберу. Давай подержу, иди забирай. Ну показывай. А что показывать? Показываем, как он Босю забирает. Это, кстати, вот у нас вот такая вот голая правда. Никуда от этого не деться. Там вообще стоит. Если мне зрение... Мужик. Мужик-рыбак. Это вообще стоит дорожное какое-то ограждение. Чё, к чему она тут? Пидоры, блядь, ну вот такая голая правда у нас. Ну вот так, если кадр вот так держать, вообще нормально. Блядь, а так, конечно, уже. Стекло разбитое. Ну вот что делать. Поколение у нас такое. Хватит материться в камеру. Короче, я так быстро на почте вот так вот сделал. Так. Увидел, что ножики на месте. Блядь. Мне все настроение испортили, козлы. Как, коробочка? Один нож? Три ножа. Видишь, написано, что шарп. 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 Телек, это телевизор. У меня первая мысль. Сходу, кстати. Почему я их раньше не купил? Блин, классненький такой ножичек. Сталь 440, да? С. Так-то раздувно, да? Вообще. Ровненький, в принципе. Я у тебя первая мысль. Что-то говорил. Ну я вот и говорю, вот сходу я свои мысли говорю. Почему ты их раньше? Это типа, да. А что, смотри, классный ножик. Для него, если нужно замутить с собой, брать его в лес, красота. Для разделки-то. Сколько тут клинок-то вообще? Все, как в цене. 440. Что тут как-то? Трубца. 440 Си. Классно, классно. И... И, значит, выбор-то был какой? Был золотой класс, да, с гладкими ручками. Но я что-то не стал его брать. Потому а там что гладкие ручки. Такая же.
конечно, нахер. Слушай, ну такой поварской серьезный, это шеф. Шеф-повар. Шеф-нож такой. Шеф-нож для выживания. Ты в адскую кухню хочешь попасть? А? Ты сейчас ножи купишь и в адскую кухню пойдешь. Повар слава. Повар слава. Все классно. Вообще вот такие вот ножики. Это можно, в принципе, наверное, получается, что убрать. Вот так это все. Так и будет лежать. Гаражи. Гаражи. Нет, все в работу. Хард работа. Так. Что у нас дальше? Ой, есть написано. Внуково. Так. Ну что? Конечно же, ни одна посылка у нас с Knifeworks'ов не обходится без масла. Это не масло, это клеросил. Это клеросил, нет, это масло. Так. Это вот у нас была акт. Разница в весе. 2700, 2300. Ну что, передадим. О, тут еще какая-то сумочка есть. Это мне. Вау. Это за 9 баксов? Это за 9 баксов, которая тебе? Да не, ты тоже брал. Она. Ты что, я не брал за 9 баксов в этот раз? А что тут это лежит? Ну за 9 баксов. А там, кстати, по этим, по-моему. Ты же набрал всякой херни. Ты вообще ничего не взял. То есть хорошего. Ты оставил сумку за 9 баксов, которая мне нужна, не была нужна, открывашку убрал. Так-то ты отец вообще нормальный пацан. Я вообще не добавлял. Тут, по-моему, вообще не было. Есть она? Вот, ну вот. А где другая? На 5. Раз, два, три, да? Ну? Ну, зашибись, вообще лучше под крывашку заказал. Как я тебе открывашку закажу, если тебе сумка нужна была? Ну ладно, это типа под телефон. Под какой? Не знаю. Так, ну что? Под новый маленький привет. Телефон. Черному Киясову, классу. Киясову Руслану. Ага. Руслану Киясову. Сманил. Мужик вообще меня сманил. Сначала Контега. Сначала этот. Или что там? Да он вообще манит. Сначала как он вот тебя? Он вообще меня манит. Как он называется это вообще? Ютуберник. Да, ютуберник, Контега. Сейчас Пресидио. Очередной. Пластмассовый? Леночек по центру. Ну так. Главное. Он пластмассовый, да? Такой пластмассовый. Железный. Там есть пластмассовый же. Алюминиум. Алюминиум. Ну. В масле. Сталь 154. Я рассказывал этот прикол, да, когда я первый ножик 2 года назад покупал. Это был. Это был Леттерман такой какой-то. Ну, у меня, кстати, он сейчас есть. Я его потерял. Потом, кстати, я его нашел, про него видео, так мы с тобой не сняли. И когда я покупал, вот это была надпись написана. Я почему-то подумал, что это клинок 154. Ну, вот такой тупеж, тупизм. Ну, вот так вот было. Такой вот ножик. Я его уже в руках. Ну да, ничего так летает. Че в руках? Ой, ты опять что ли поиграл? Люфт. Нет, я в руках держал похожий, только с черным клинком и не помню где. А у тебя что, не было Пресидио? У меня ни разу, это первый Пресидио. Дармовье. Это как Пресидио. Ты дармовой. Вот такой вот нож. Да ладно, у тебя есть Пресидио? Да нет, у меня. Сегодня покажу. Эклипса какая. В гараже покажу. Ты не помнишь. Ну ладно. У тебя есть М390? Да нет у меня. С какого М390? Что ты намазываешь вообще? Ну ладно, ладно. Давай дальше. Хороший нож. Ну, честно говоря, рукоятка, конечно, вообще какая-то здоровая. Против клиночка. Как-то на видео это все. Я не знаю, как это видно, не видно. Но на видосе там как-то это все более гармонично. Тут такая реально здоровенная рукоятища. Может, мы какой-то опять не тот купили с тобой? С запасом для большой руки. А, мой босс сейчас убежит. Стой, в стекло съел. А? Опять побежал. Что ли? Опять побежал куда-то. Ну вот. Это бас. Не жарко. А что ты привязать не можешь? Это у него короткий поводок. Ладно, не суть. С боссе все понятно уже давно. Ну что, будем пользовать? Пробовать? Да, ну и, скажем так, это все было вдогонку. Ты идешь? А вся движуха-то, сегодня великий день, сегодня слава.
Наконец-то. Ты тоже смотрел, да, без меня? Заказал. Нет, ну я так быстро открыл, закрыл. Типа, потому что там как-то даже какой-то скотч такой был, не фонтан. Да, я так быстро. Ну, реально не доставал ничего. Короче, сегодня наконец-то случился тот день, когда я купил себе часы. Слышишь, Бося, как девочка? Меня эта тема, конечно. Ты снимаешь? Да. Меня эта тема люминокса никогда не цепляла. Ну просто ведь как-то надо что-то на руку. Неправильно открываешь, ты балбес. Подожди, ты вот оно, да? А, вот, ну конечно. Карбоныч. На самом деле, чтобы сейчас никто не фантазировал, там лежат простые часы. Ну, это сейчас все увидят. За $500. Скажем так, это первые. Я думаю, что, наверное, это и последние. Что это? Такие часы. Еще раз привет Тушичу. Я видел у Тушича, только у него хронографы. И? Да? Тебе говорю, надо было Casio про трек брать. А я решил взять не хронографы, выживать. Потому что хронографов я не увидел. Сейчас какие-то новые идут. Они внутри с вот этим вот материал называется. Карбоночек. Типа с карбоном, другого цвета. Они какие-то серые. А мне вот почему-то понравились именно вот эти вот часы. И как раз совершенно как-то так. Случайно, не случайно, они оказались на Knife Works. Лежат себе и ждут. 500 лет за $500. Ну что, надо какой-то нож. Где у нас специальный нож? Нож под резун. Нож что? Под резун. Нож под резун. Угу. Извиняемся за какую-то такую техническую задержку, но... Технически. Распаковывательная. Это что тут на это? Я вот вообще не знаю, как это что работает. Открывашка, я пару подарок? Раз смотрел... Нет. Я пару раз смотрел, как открывашка. Ну, канская. Пару раз смотрел. А мне, кстати, пришла большая открывашка. Ну и P38. Где ты взял? А вот. Ну что? Практически сегодня-то оно и случилось. Все. Бля, какие здоровые. Какие здоровые-то. Тяжелые такие, я привык без часов ходить. Ну что, времени без 5:07. В принципе, мы готовы ехать. Какое сегодня число? 11. Как тебе? Боси-то, по-моему, вообще не нравится. Он бы лучше побегал явно. Ну вы придурки, скажи, Боси. Ну что, прикольно? Прикольно, нет? Прикольно. Не нравится? На левой руке часы, в правой руке нож. Я реальный пацан. На голове налобник, да? Налобник. Да, это в кармане, все, нет? И в кармане открывашка P38. Все, тут у нас пустая коробка. Да ладно. И море разных впечатлений. Ну, якобы, конечно, это типа Швейцария. Но я почему-то думаю, что это, наверное, самая простая из Швейцарии, какая бывает Швейцария. Почти. Может быть, когда-нибудь. Я долго часы почти себе, угодно, реально долго себе часы хотел. Как бы в какой-то степени. Смотрел журнальчики разные. Я реально себе однажды часы нашел. Назывались они Carrera, да? И стоили они, я посмотрел в интернете, в районе 200 тысяч рублей. 250. Я пошел в магазин, купил себе хорошую отечественную губозакатывательную машинку, закатал себе верхнюю губу, закатал себе нижнюю губу. Думаю, в светлом будущем оно, конечно, недалеко, но пока за $500 сойдет в лес-то гонять. А? Какие-то там люминоксы пока сойдут. Да. Ну и мне нравится, конечно, круглый циферблат и цифры. Это у меня, по-моему, от деда досталось. Ну все, маши рукой. Всем спасибо за просмотр. Вот такой вот, я бы назвал его, удачный анбоксинг с разными интересными такими какими-то вещами. Ой, Слава. Что, вечером будем снова сейчас что-нибудь заказывать. А что я разбил немножко? Стукнул ее. За 5 лет. Да даже не видно. Ну все.
Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Бося, скажи пока.